Короче, у меня появились креативные идеи, мозг заработал. Я стал более широко смотреть на вообще на мир, там, на игру. Ну, я сейчас в танки играю и на движке Warcraft 3 в Survival House, Cast of Fight и The War. И игру рисую, ну, и еще просто картины рисую свои. Автопортреты. Там, в общем, такая тема, что танки тяжелые, основные, сражаются друг с другом. И они знают, куда ехать. Они едут на то место, где их сражение происходит. Как бы сказать, их поляна. А за поляной там лес находится, и там место для ПТ-шек, ПТ-САУ. И вот когда одна команда танков побеждает, они выезжают, даже если их много, победили все. Они проезжают мимо, медленно, мимо почерневших танков противника, а по ним стреляет ПТСАУ, потому что у них дополнительные глаза, улучшенный очень сильно обзор в неподвижном состоянии и маскировочная сеть и перки экипажа на маскировку и камуфляж под вид листвы или травы там, неважно. И проигрывает команда. И для этого нужно, чтобы легкий танк, не для того, чтобы он стрелял по тяжелым танкам, а для того, чтобы он тихонько проехал между кустов, по кустам проехал с малошумной системой выхлопа, с прокачанной перками маскировки и улучшенной оптикой. Подъехал к лесу, где незаметно, где находится ПТСАУ противника и САУ тоже, артиллерия, и обнаружил их. И чтобы танки обстреляли обнаруженные ПТ-шки противника до тех пор, то есть и так это он, чтобы он умудрился сделать, чтобы его не подстрелили, сам этот легкий танк маленький. Но в игре происходит так, что он подъезжает, и его ПТ-шки, когда обнаруживают по каким-то из обнаруженных ПТ-шек танки стреляют, но не наносят полностью урон, не уничтожают с первого урона. А вот маленький вот этот танчик, который светляк, он называется, ПТ-шка поворачивается и в него стреляет и уничтожает просто одним выстрелом, потому что у нее альфа урон огромный. А должно быть наоборот, что по нему хрен попадешь. Он должен быть настолько маленьким и незаметным вообще, почти невидимым. Они не должны его обнаруживать. ПТ-шки противника не должны обнаруживать легкий танк, который разведывательный, светляк. Или должно быть что-то замена этому легкому танку. Я, например, предлагаю свое ноу-хау. Это дрон, ну, робот маленький, который едет там вот так, с такими глазищами, торчащими вверх, замаскированный, с маскировочной сетью, закамуфлированный, очень, очень малошумный вообще, не слышно, как он едет. Подъезжает, обнаруживает. По нему они его могут увидеть, но попасть по нему хрен попадешь из такого орудия. Орудие ПТСАО, оно огромное, чтобы танк пробить. А тут такой маленький роботик подъезжает.
И вот такую игру можно сделать, если не как вот прям, чтобы реально как танки были. На движке Warcraft 3, на движке Castle Fight можно сделать по бюджетной цене, если договориться, может найти чела, который разбирается в этом редакторе карт. Там будут пехота идти, мины оставлять, мины разбрасывать. Еще будет машины специально ехать, мины разбрасывать, противотанковые, против техники. Против этого будет борьба вестись. Вот такая будет игра. Бюджетная, простая, не рассчитанная на то, что на какой-то успех, но та, которую я хочу.